та панове, ми раді вітати вас на першому форумі прихильників команди майстрів «Черкаський Дніпро». Прошу всіх встати, виконується гімн України. Запрошується голова Білозірської академії, перший віце-президент корпорації Міжнародне фізкультурне спортивне об'єднання «Футбольний клуб Черкаський Дніпро» Сергій Володимирович Лашкул. Добрий вечір. Я рад привітати учасників цього форуму. К сожалению, должен был говорить про мову президент корпорации Владимир Григорьевич Лашкул, но так случилось, что переживания сегодня и подготовка, видимо, повлияли все-таки на, скажем так, эмоции переполняли, и Владимир Григорьевич не смог, ему доктора запретили просто быть на сегодняшнем мероприятии. Но мы с ним, я зачитаю эту промову, но перед тем, как зачитаю, я бы хотел, чтобы все наши гости увидели, как сегодня мы открывали первую сельскую Белозирскую академию футбола Черкасского Днепра. Committed no crime, and by mistakes I've made a few. Cruise. I consider it a challenge before.
Шахова Володимира Григорьевича. У зв'язку з відкриттям першого форуму прихильників команди майстрів «Черкаський Дніпро». За участю керівників громади міста Черкаської області, міста Черкаси, Черкаської області, керівників підприємств різних форм власності і фермерських господарств Черкащини. З великим хвилюванням вітаю учасників першого форуму прихильників команди майстрів «Черкаський Дніпро», керівників громад міста Черкаси та Черкаської області, керівників підприємств, керівництва Федерації футболу України. Перш за все, хотів би повернутися до 5 листопада 2013 року. В цей день, по непередбаченим мною обставинам, я долучився до підтримки футбольного клубу «Славутич». Ознайомившись зі справами, я був вражений. Як футбольний клуб і головна команда одного з найпотужніших аграрних регіонів України може знаходитися в такому занедбаному стані. Адже маючи такий потенціал в місті і області, за 60-річну історію клубу не вдалося акумулювати у своїй власності навіть цвяха. Команда як мінімум могла б представляти регіон у першій лізі ПФЛ України. Тоді я твердо вирішив кинути виклик в першу чергу собі, а потім громаді Черкащини та бізнесу. Першим кроком стало проведення команди її історичної назви «Дніпро». Нову назву ми з вами удосконалили. В неї було вкладено поняття єднання з традиціями, корінням та історичними надбаннями, які дають віру і натхнення рухатися до нових перемог. За результатами опитування в соціальних мережах була обрана назва «Черкаський Дніпро». Розпочався новий етап в історії футбольного клубу і команди. У грудні 2014 року, маючи перед собою приклад розвитку інфраструктури і ресурсної бази аматорського футбольного клубу «Зоря» за участю громадськості міста Черкаси та села Білозір'я, було ухвалено спільне рішення про об'єднання організаційних, матеріальних і фінансових ресурсів двох футбольних клубів – «Черкаський Дніпро» та «Зоря» і створення на цій основі більш потужної інфраструктури ФК «Черкаський Дніпро» як основного професійного футбольного клубу Черкащини. Таке рішення виявилось виправданим, і вже напередодні свого 60-річного ювілею команда майстрів «Черкаський Дніпро» тріумфально повернулася до першої ліги ПФЛ України. Того ж 2014 року футбольний клуб розпочав реалізацію ще одного масштабного проєкту – створення Білозірської академії футболу для дітей та юнацтва Черкаського району Черкаської області, позашкільного недержавного навчального закладу спортивного профілю, який повинен забезпечувати розвиток здібностей дітей, що займаються футболом у селі Білозір'я та навколишніх селах Черкаського і Смілянського районів Черкаської області. Сьогоднішнє відкриття навчально-оздоровчого корпусу Білозірської академії «Зоря Черкаський Дніпро», вартість будівництва більше 30 мільйонів гривень, завершує величезний пласт здійснених нами заходів по створенню академії та корпорації «Міжнародне фізкультурно-спортивне об'єднання футбольний клуб «Черкаський Дніпро». Адже до новобудови футбольний клуб ще раніше додав стадіон, який було введено в експлуатацію у 2012 році. Наша програма передбачає, що академія буде власником цілісного майнового спортивного оздоровчого комплексу «Стадіон плюс навчально-оздоровчий комплекс», який відкрито сьогодні. Впевнений, що сьогоднішній день дозволить поближче познайомитися з можливостями футбольного клубу, а кожний керівник регіону чи окремого підприємства зробить позитивний висновок, що команда майстрів і футбольний клуб «Черкаський Дніпро» намагаються з кожним днем покращувати інфраструктуру і збільшувати свій вплив на формування настроїв жителів Черкащини. В період з листопада 2013 року по жовтень 2016 на утримання команди майстрів і розвиток інфраструктури футбольного клубу здійснені значні інвестиції. 2013 рік – 3 мільйони 287 тисяч гривень на погашення боргів футбольного клубу «Славутич». 2014 рік – 17 мільйонів 424 тисячі гривень, 2015 рік – 12 мільйонів 116 тисяч гривень, 2016 рік – 11 мільйонів 164 тисячі гривень. Разом за весь період – 43 мільйони 992 тисячі гривень. Всі вищезазначені фінансові ресурси футбольного клубу та його партнерів ПАТ «Новокаховський річний порт», «Імперія яхт»,
ПАТ «Банк Михайлівський», компанія «Медіа Спорт Промоушн». Ми вдячні зазначеним компаніям, які разом з нами інвестували кошти на розвиток футболу Черкащини. На жаль, до цього часу фінансування відбувалося без участі громад і підприємств міста Черкаси і Черкаської області. Маю рішучість повідомити, що рухатися таким чином більше немає можливості та сенсу. Адже команда майстрів і футбольний клуб «Черкаський Дніпро» – це надбання черкаської громади. І вони не можуть підтримуватися тільки корпорацією «Міжнародне фізкультурно-спортивне об'єднання футбольний клуб «Черкаський Дніпро» та її засновниками. І тут виникає питання, а чи готова громада, влада і бізнес області взяти на себе відповідальність за команду, яка могла б в одному турнірі з такими грандами, як «Динамо Київ», «Шахтар Донецьк», «Дніпро Дніпропетровськ», «Зоря Луганськ» та іншими учасниками змагань Прем'єр-ліги виборювати путівку до одного з турнірів УЄФА. Треба враховувати, що це вже зовсім інша вагова категорія. Тому я звертаюся до учасників першого форуму прихильників команди майстрів «Черкаський Дніпро», керівників громади міста Черкаси та Черкаської області, керівників підприємств різних форм власності і фермерських господарств Черкащини. Шановні друзі, чи готові ви долучитися до підтримки головної команди козацького краю та вписати ім'я Черкащини у футбольну історію не лише України, а й світу? Я впевнений, разом ми маємо таку можливість, тому що футбол по-справжньому – командна гра і загальний успіх, можливий лише за віддачі кожного гравця як на полі, так і за його межами. Я завчасно дякую всім учасникам форуму за підтримку футбольного клубу «Черкаський Дніпро» та його команди за внесок, які особисто ви і ваша компанія ще зроблять у розвиток черкаського футболу. Саме з цією метою вам запропонований проєкт статуту про міжміський благодійний фонд підтримки футбольного клубу і команди майстрів «Черкаський Дніпро». Пропоную його затвердити сьогодні і доручити адміністрації футбольного клубу «Черкаський Дніпро» доопрацювати документи і надати на реєстрацію до відповідних державних органів. Я хочу от себя лично добавить, что для моего отца, для Владимира Григорьевича Лашкова, это проект, я бы сказал, всей жизни. Потому что то, что он делает от души. И я надеюсь, что присутствующие здесь поддержат нас в том начинании, которое мы делаем, в том вложении, в тех инвестициях не только в себя, а в весь черкасский футбол, в детей, для которых и построена эта академия. Потому что это будущее Черкасской области и всей Украины. Спасибо. Я хотел бы первый форум прихильников команды майстрів «Черкаський Дніпро» оголосить открытым. Дякую. La 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 la
Здравствуйте! Здравствуйте, мы вас не слышим! Любители хорошего, качественного черкасского футбола, добрый вечер! Здравствуйте! Привет, черкасы! Йоу, мы рады вас приветствовать на матче века между двумя лучшими клубами нашей страны. Это Черкасский Днепр и клуб под названием «Студия Квартал 95». Можно поаплодировать, да! Добрый вечер, здрасте! Сегодня нас ждет два увлекательных тайма. В первом мы будем чествовать команду мастеров «Черкасский Днепр», а уже во втором студия «Квартал 95» порадует вас своим выступлением. Ну, как порадует, самое главное, посмешит. Да. На протяжении всего этого времени, на протяжении этих двух таймов, с вами будут два замечательных комментатора. Евгений Лысович Кошевой. И Владимир Волосатович Зеленский. Да. Тоже можно поаплодировать, да. Да, хорошего вам просмотра, хорошего футбола. Итак, Черкасский Днепр – это гордость казацкого края. Сегодня Черкасский Днепр – это клуб с динамично развивающейся инфраструктурой, с огромным количеством болельщиков и, что самое главное, клуб с богатой и славной историей. Внимание на экран! С тобой мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Трава на стадионах зеленее, а мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростней идет. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ла-рай, 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 ла-рай. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Со спортом мы расстанемся не скоро, но время не унять и не сдержать. Придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. На верность проверяются таланты, нам есть за что судьбу благодарить. Мы преданы единственной команде, команде, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Молодости нашей, команды, без которой нам не жить. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Добрый вечер! Спасибо! Приятно! Поздравляю вас с этим замечательным праздником, спасибо за аплодисменты, спасибо, мне очень приятно, и можно немножко похлопать и Жене.
Хорошее настроение, мы рады всех приветствовать. Нам правда очень приятно. Спасибо, что нас пригласили вести этот вечер. Низкий вам поклон. Всем вам, черкасам. Спасибо. Этому замечательному клубу. Всем громкие аплодисменты. Спасибо. Ура! Да. Ну, как-то будем разнообразим официальную часть. С большим удовольствием. Хотим приветствовать всех. Вот, очень важно, да, приветствовать всех на первом форуме поклонников команды мастеров «Черкасский Днепр». Ура! Да. Спасибо. Настя, это, да, где-то парадоксально, что такое серьезное мероприятие, как ваше, доверили вести таким несерьезным людям, как мы. Мы справимся, да, я думаю, вот все получится. Да. В первую очередь мы хотели бы поблагодарить Владимира Григорьевича Лашкула. За доверие, за такой шикарный праздник, для, не только для нас, для всех, для всего города Черкассы. И, конечно же, поздравим его с этим праздником. Ура опять, опять ура. Да, поздравляем, Владимир Григорьевич, не каждый день тратишь такие деньги, да. Евгений, ну что вы такой меркантильный человек? А понимаете, Владимир Григорьевич вложил не только деньги, душу, в общем, и сердце, и всю свою любовь, не только в Черкасский Днепр, а весь футбол в этот замечательный город. Вот, я думаю, что ему будет очень приятно, если мы еще раз его поддержим аплодисментами. Да. Да. Это правда. И рады приветствовать сегодня здесь от простых болельщиков, всех абсолютно до представителей высшего футбольного руководства нашей страны. Вот, сейчас мы будем... В подтверждение слов Владимира, да, хочется пригласить на сцену президента, да, высший, да, президента Федерации футбола Украины Андрея Васильевича Павелко. Браво! Поаплодируем! Он идет, когда слышит аплодисменты. Андрей Васильевич Павелко! Приветствую вас, Андрей Васильевич. Вам микрофончик, пожалуйста. Вечер. Я думаю, что такие два комментатора впервые футбольный матч ведут, сегодняшний наш вечер. Я уверен, что это как раз хорошая традиция. Мы будем приветствовать всегда на наших вечерах. Дай вам Бог. Мы очень будем рады. С удовольствием. Лысович и Волосатович. Да, Лысович и Волосатович. 8-0-67. Запомнили. Уважаемые друзья, хотел бы присоединиться к тем словам, которые сказал только что Сергей Лашкул, о том, что действительно сегодня большой день, сегодня открытие первой в Украине Белозерской академии футбола, сельской академии футбола, которая до этого в Украине аналогов не было. Сегодня в зале сидят у нас руководители областных федераций со всей Украины, от Ивано-Франковска до Сум и до Одессы, со всех уголков. Я не хочу никого обидеть, но действительно сегодня событие в Черкассах, которое, наверное, для Украины, для украинского футбола будет особым. Я хочу сказать, что в каждом празднике есть, наверное, Творец, который сегодня, к сожалению, не с нами рядом, но он с нами душой, мыслями и всегда за то, чтобы сегодняшний вечер давал только новую волну поддержки Черкасского Днепра. Но хочу еще подчеркнуть, что у этого человека, Владимира Григорьевича, было недавно день рождения, 16 числа, у него было 65 лет. Я думаю, что мы все его поддержим аплодисментами. Владимир Григорьевич, дай Бог вам здоровья, потому что действительно то, что вы сегодня делаете, то, что вы сегодня, мы все сегодня видим открытие такого прекрасного центра, я уверен, что в тех радостных глазах мальчишек, которые сегодня тренируются и будут тренироваться в этих стенах. Я думаю, в этом как раз и заключается, наверное, судьба человека, который любит футбол искренне, всем сердцем, и который хочет, чтобы наши украинские футболисты, молодые украинские футболисты, сегодня это яркий пример в сборной Украины, да, Петряк, выходец как раз черкасского футбола, уверен, что как раз с академии, которую мы сегодня открыли, будет также новая плеяда наших игроков сборной, которые усилят нашу сборную, которые дадут возможность под руководством Андрея Шевченко сделать так, чтобы наша сборная не просто выезжала на форумы международные, но и привозила нам победы и привозила нам успешные результаты. Уверен, что как раз это сегодня заложено в открытии академии,
И я хотел бы всех поздравить с этим. Уверен, что Коязал и такая прекрасная футбольная земля должна обязательно давать победы украинскому футболу. Всех с праздником! Спасибо большое! Супер! Да, Андрей Васильевич, мы вас еще не отпускаем. Дело в том, что мы хотели бы сейчас наградить, с вашей помощью, чтобы вы наградили всех тех, ну, вообще мы будем награждать сегодня все время. Да, и это почетно, это хорошая миссия. Вот, но прежде всего, Евгений, я предлагаю начать с тех людей, которые сделали весомый вклад в развитие футбола Черкащины. С актива. Начнем. Итак. Да. Итак, почетным знаком Федерации футбола Украины награждается Юнг Валерий Андреевич, ветеран команды мастеров «Черкасский Днепр». Валерий Андреевич. Валерий Андреевич, мы приглашаем к нам на сцену. Да, да. Нет. Юнг Валерий Андреевич. Есть? Есть. Вот давайте еще поаплодируем, Валерий Андреевич. Большое. Продолжаем. Почетным знаком Федерации футбола Украины награждается Лизагуб Владимир Сергеевич. Уже приятно, девочки меняются. Да. Можно громче поаплодировать. Люди достойны этих знаков, отлично. Почетными грамотами Федерации футбола Украины награждается Казарян Андрей Тельманович, генеральный директор ЧП «Надия», Губанов Валерий Павлович, ветеран команды мастеров «Черкасский Днепр», Казенков Рудольф Константинович, ветеран команды мастеров «Черкасский Днепр». Браво! Выходите к нам. Вот. Вот идут. Почетные награжденные. Идут. А вот идут, хорошо. Вот это дриблинг. Поздравляем. И для нас большое счастье. Поздравляю. Футбольный актив. Вот Евгений, вот футбольный актив. А вы, Евгений, футбольный пассив. Да. Я футбол люблю, я смотреть люблю. Ваши аплодисменты. Андрей Васильевич Павелко, спасибо большое. Он же народный депутат и просто красавец ваш. Да, кстати. Да, кстати, о народных депутатах, собственно говоря, помимо Андрея Васильевича, тоже многие политики хотели приехать поздравить Черкасский Днепр. Здравствуйте. Все. Да. Да. Вот это работа у тебя, спасибо, хорошая. Пошел продавать. Да. Да, многие политики, да, хотели приехать. Да, да, многие политики хотели приехать. Например, хотел приехать Виктор Ющенко, хотел подарить подарок, но откуда у него деньги на подарок? Те же руки ничего не крали. Да. Да. Арсений Петрович Яценюк, наоборот, сделал отличный подарок. Да, он не пришел. Супер. Да, также хотел приехать поздравить клуб «Черкасский Днепр» Олег Ляшко. Но тут уже мы не сказали ему, где проводится форум. Это от нас вам подарок. Большой подарок, да. Да, дорогие друзья, все-таки нам кажется, что те политики, которые любят и поддерживают «Черкасский Днепр», просто не могли не прийти на это мероприятие. Мы с удовольствием под ваши бурные аплодисменты приглашаем одного из таких людей к нам на сцену. Итак, почетный президент ФК «Черкасский Днепр», городской голова «Черкас»
Бондаренко Анатолий Васильевич. А? Не успел продать, да? Хорошая работа. Марафонец, да? Анатолий Васильевич, вас городскому головезу. Вам слово. Добрый вечер. Добрый вечер. Шановні болівальники, шановна громада, дорогі прихильники нашого народного клубу, я радий вітати вас на першому форумі прихильників команди «Черкаський Дніпро» і готовий засвідчити, що Черкаська міська рада, депутати міської ради, які присутні тут, керівництво міської ради буде і надалі підтримувати нашу найулюбленішу народну команду. Але я вам скажу так, шановні друзі, я скажу, що нашого бюджету, напевне, не хватить на таких ведучих міста. І, продавати, одного. А продавати нам, на жаль, не залишилось нічого вже. Продайте так, що... його. Звідси цього продайте мене. Так що наша громада вболіває і буде вболівати за нашу улюблену команду. І я звертаюся до наших вболівальників. Дорогі наші черкащани, шановні наші вболівальники, я прошу вас, приходьте на футбол, отримуйте задоволення і підтримуйте нашу найкращу команду, тому що ви варті, щоб наша команда мала нашу підтримку, щоб наша команда показувала гарні результати і вони хочуть, вони потребують нашої підтримки. А ми, як місцева влада, завжди будемо підтримувати розвиток не тільки майстернього футболу, але футболу майстрів, а й розвиток дитячо-юнацького футболу, розвиток наших спортивних шкіл. Ви знаєте, напевне, дуже гарно, що у нашому місті і на нашій Черкащині є такі люди, як Володимир Григорович Лашко, Сергій Володимир Лашко. Сергій Володимирович Лашко, тому що це дійсно ці люди, які, не жаліючи ні сил, ні енергії, ні свого здоров'я, вкладають свою душу у наш з вами найкращий, найулюбленіший клуб. Клуб майстрів «Черкаський Дніпро». Дорогі друзі, вітаю вас ще раз з сьогоднішнім святом, бажаю гарного відпочинку, творчих здобутків, наснаги і отримати гарне задоволення від сьогоднішнього вечора. Дякуємо. Спасибо, Антон Васильович. Не винюхуйте. Не уходите, да, на вас возложена місія наградить за високі спортивні достижения, професіоналізм, преданість футбольним традиціям і вклад в развитие спорту в Черкасах лучших спортсменов-профессионалов і сотрудников клуба. Итак, мы награждаем и приглашаем на эту сцену, приглашается Батальский Александр Анатольевич. Спортсмен-профессионал команды мастеров «Черкасский Днепр». Александр Анатольевич. Браво! Награждается Мединский Игорь Николаевич, спортсмен-профессионал команды мастеров «Черкасский Днепр». Игорь Николаевич, мое почтение, Игорь Николаевич, мне в сыновья годится. А мы его по отчеству поздравляем. Продолжаем. Синегуб Олег Анатольевич, спортсмен-профессионал команды мастеров «Черкасский Днепр». Судя по прическе, наполовину Евгений, наполовину я. Я всегда такую хотел, да. Дейнека Анатолий Викторович, исполняющий обязанности главного тренера любительской команды «Заря» Черкасский Днепр 2 Ю-19. Болеем громче, ребята, за своих. Поздравляем, спасибо.
Пилипенко Владимир Викторович, администратор команды мастеров «Черкасский Днепр». Александр Михайлович, работник пресс-службы клуба. Александр Михайлович. Отослава, привет. Прекрасно. Вот что значит пресса. Спасибо вам большое. Ну и давай, самого главного. Да. Кичка Виктор Павлович. Самый важный человек, водитель клубного автобуса. Молодец. А потому что безопасность игроков в его руках. Спасибо, цветочки. Спасибо большое, Андрей Васильевич. Ваши аплодисменты президенту футбольного клуба «Черкасский Днепр» и лучшим его представителям. Спасибо большое. Продолжаем, дорогие друзья. Да. Сейчас подойдет специально обычный человек. Мы должны его тоже приветствовать аплодисментами. Сейчас будет этот наш спринтер. Вот он, король. Король микрофона. Здравствуйте. Нам уже пора в следующий раз познакомиться с вами. Да. Сейчас он не так быстро, как в прошлый раз. Да. Да. Знаете, очень приятно видеть, как динамично в Черкасах развивается футбол. Не удивлюсь, если через пару лет мы увидим этих ребят в сборной Украины. Что? Вот, знаешь, после Евро-2016, это не так уже почетно, понимаешь? Пусть будут в своем родном клубе, и пусть ими гордится весь город. Чего вы начинаете, Владимир? Что? Серьезно? Я серьезно, Евгений. Федерация футбола Украины уже подумает, это правда, есть у меня даже известие, подумает о натурализации некоторых зарубежных футболистов и стерилизации некоторых украинских. Сюда. Не будем портить праздник. Зачем? Ты зря так плохо говоришь. Надо поддерживать наших футболистов. Да, мы поддерживаем. Вот, Евгений, мы даже придумали специальную кричалку. Как обидно, вы? Досадно, но ладно, мы привыкли. Хватит. Я пытался. Не надо, отвлекаемся. Честное слово. Они, между прочим, стараются. Они играют и в дождь, и в снег. Вот, а должны футбол. Хорошо, ладно, мы продолжим. У нас все-таки первый форум поклонников футбольного клуба «Черкасский Днепр». Мы продолжаем говорить о нем и вспоминать его славную историю. Да, ребят, в разные времена эта команда носила абсолютно разные названия. Но все они очень прикольные. «Буревестник», «Колхозник», «Днепр», «Фотоприбор», «Гранит», «ФК Черкассы», «Славутич», но с 2014 года, и мы надеемся навсегда, клуб приобрел свое нынешнее имя. «Черкасский Днепр». А вот уже спустя год, в 2015-м, грандиозно было отмечено 60-летие команды мастеров «Черкасский Днепр». Небольшой видеосюжет об этом событии мы предлагаем вам сейчас посмотреть. Внимание на экран.